25 июня отмечается... Международный день моряка. Удержаться на воде, сохранить свою жизнь в воде, выполнить какие-то работы на водной поверхности. А поначалу это было добывание себе пищи. Так образовалась и зарождалась профессия моряка. Совершенствовались средства передвижения по морю. Сначала одинокое бревно, плот, лодка, деревянные суда, металлические суда. Вместе с прогрессом судостроения повышался уровень знаний и умений моряков. Появлялись новые судовые профессии и должности. Сокращалось время перехода между точками и портами. И только море оставалось тем же. Ласковым и суровым. Требовательным и благосклонным. Штормовым и тихим штилевым. Зовущим и увлекающим. Ветреным и безветренным. Испытывающим и наблюдающим. И решения моря оставались теми же, допускающим к себе или отталкивающим. Так было на протяжении тысячелетий, так продолжается и сейчас. Море испытывает каждого, кто хочет познакомиться с ним. И чтобы сдать экзамен морю, нужно серьезно и постоянно учиться и готовиться ко всем испытаниям, которые тебе уже приготовлены. С праздником, дорогие коллеги! С праздником, уважаемые молодые продолжатели морских традиций! Всем 7 футов под килем, попутного ветра, здоровья и здравого смысла, благополучных рейсов, радостных встреч с близкими!